Вот такой вот маршрут в виде сердца проделывает ежедневно автобус номер 390, идущий от станции Крюково до ВНИИПП. При входе пассажиры видят вывеску маршрута любви, о котором они ранее и не знали, хотя ездили по нему каждый день. А водитель автобуса поздравляет их с днем всех влюбленных и желает хорошего дня. Было очень приятно, когда водитель угостил меня конфетой. Я сладкоежка, всю жизнь ела вкусное, сладкое, конфеты. Поэтому было очень приятно. Мы зашли, и вместо того, чтобы оплатить проезд, нам сразу дали конфету, угостили. Очень было приятно. Неожиданно. Протяженность 390-го маршрута около 3 километров. Водитель совершает 5 остановок. После хороших напутственных слов и бережного вождения жизнь примерно 1500 человек, а именно такая проходимость сутки на данном маршруте, станет чуточку добрее. Пассажиры нам подсказали, что на 390 маршрутом, если мы с вами обведем фломастером в одном месте, то мы увидим форму сердца. И поэтому мы решили как бы тоже приурочиться к этой акции. И всем вот нашим пассажирам, которые проезжают сегодня именно на 5 остановках данного маршрута, мы решили угостить сладостями. А если будут парочками, то мы решили их угостить там более сладким продуктом Твикс. Пассажиры остались довольны акцией и в благодарность прислали сотрудникам Солнечногорского ПТП такие вот валентинки. Екатерина Костевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.